Если ты молод, полон идей и хочешь развиваться и развивать Самарскую область, эта информация для тебя. Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что сейчас идет отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области 7-го созыва. Это отличные старты для построения карьеры в государственных органах, развития управленческих навыков и возможности выдвигать инициативы от лица молодежи и для молодежи. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 31 августа. Подробнее по ссылке, указанной в телеграм-канале администрации. В Самарской области открылась горячая линия для обращений граждан, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону, указанному на экране. Все обращения будут зафиксированы и не останутся без ответа. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что продолжает вместе с жителями вести контроль за ходом работ по улице Вилоновская, 2А. Там благоустраивают двор по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Сегодня согласовывали с жителями водоотведение ливневых стоков при асфальтировании проезда вдоль МКД. Также вместе с жителями проверили качество устройства резинового покрытия на детской площадке.